Всем привет, меня зовут Юрий, хочу заснять видео про свой самодельный снегоход для канала самоделки Рунета для конкурса. Делали мы этот снегоход, я делал со своими сыновьями, с Андреем и с Михаилом. Делали мы этот снегоход, начинали 5 января 2016 года и закончили где-то 15 февраля. Ну, если убрать оттуда испытания ходовые, которые мы производили, примерно месяц ушло у нас на постройку этого снегохода. По деньгам расскажу сейчас, что ушло. Ходовка обошлась, бурановская ходовка стоит, это сейчас расскажу. Ходовка обошлась 20 тысяч, мотор 15, ну и так где-то еще пятерочка. В общем, обошелся он, себестоимость получилась 40 тысяч этого снегохода. Все новое стоит. Ну а теперь давайте поподробнее расскажем. Ходовая, ну, не знаю, конечно, его не видно, снегоход Буран, короткий, три тележки, балансир все родной, гусеница, двигатель Лифан установлен, вот так капотик открывается, 177 лошадей, ну, двигатель будет дорабатываться, должно быть лошадей 12 у него, с автоматическим сцеплением и редуктор 1 к 2. Сделано здесь у меня на редукторе пару звездочек. Видно, надеюсь. Пару звездочек установлено. Одна тяговая, сейчас он стоит на ней. И скоростная. На тяговой сейчас он едет. Вот мы ездим по речке. Где-то 15 километров. Где-то уже по более накатному 20 идет он километров. Обшит фанерой обычной. 4-миллиметровой. Ну, любое управление сделано. Стоит вал. Обычно велосипедный, ну тут я всю эту втулку вытащил. Тяга идет. И еще промежуточный вал типа маятника. Он стоит. Ну, на месте руль, конечно, поворачивается, но немножко как бы тяжеловато. Но ходуль руль легкий. Здесь же жигулевские наконечники выполнены. Тут идет вал в трубе на двух подшипниках. Здесь наконечники, рулевые тяги обычные, вот эти короткие, которые их только распрямил, ну и удлинил, по-моему, на несколько сантиметров. Сама подвеска выполнена, перья от мотоцикла Минс. Сейчас они у меня сделаны без пружин. Надо немножко доработать будет, просто она сейчас жестко стоит, подвеска. За счет них и поворачивают, получается. Цепь стоит восходовская, минсовская, ну обычная. Да. Передаточное число здесь 11, тут 38, это я уже забыл, 3, по-моему, и 4 передаточные. Старайся не ходить. Тут у нас такой рундучок, что-то положить, у нас камера тут лежит, бензинчик запасной, ну это бензин с маслом, от щеля так взяли на всякий случай, вообще бензин чистый заливается в двигатель. Ну и давайте, наверное, в принципе и все. Вот такой вот снегоход. Давайте сейчас здесь вот я потонусь немножко. Двигатель простой, без генератора. Ну, освещения нету. Заводится просто ручным стартером. Шморгал. Газу дал и поехал.
Вот такой у нас получился снегоход. Я надеюсь, вам понравился. Оценивайте. Ну, и надеюсь я, конечно, выиграть в этом конкурсе. Всем спасибо и до свидания. Заходите на мой канал, не забывайте.